Одно из любимых цветовых сочетаний, часто встречающихся в моих схемах, это бордовые оттенки и нежно-розовые. Для такого контрастного выбора нужен обязательно нейтральный фон. У меня это серо-зеленый оттенок льна. Переводить изображение на него я буду с помощью светового планшета. Это находка для всех, кто любит вышивать на темных тканях, а также для иллюстраторов, любителей мозаики, каллиграфии и других хобби, требующих перевода изображения. Перевожу с помощью тепловой ручки, которая удаляется с помощью фена или горячего утюга. Все готово для того, чтобы начать вышивать.
пяльцах работа смотрится довольно хорошо, можно так и оставить. Но я предлагаю оформить вышивку на подрамник. Если вы планируете оформлять вышивку в раму или, как я, на подрамник, пяльцы можно брать большего диаметра, чтобы было легче убрать заломы на ткани, ну и расход в таком случае ткани будет больше. Обрезаю все ненужные лишние нитки, отглаживаю с помощью пары работу, и все готово для того, чтобы ее оформить. Подрамник у меня из МДФ, круглый, 20 сантиметров диаметром. Для того, чтобы фон не просвечивал, использую два слоя ткани. Обрезаю по кругу с запасом 5-7 сантиметров. Прошиваю простым стежком с помощью швейной нитки, сложенной вдвое, и стягиваю нить по кругу. Теперь также нитью стягиваю ткань со всех сторон по кругу. Для задника я использую переплетный картон плотностью 1,5 мм и строительный степлер. Дополнить задник можно веревочкой или крючком, чтобы работу можно было повесить на стену. Приятного творчества и до новых встреч! Пока.